Друзья, мир всем! Сейчас мы находимся в лесу юрского периода. Мы пришли проверить грибы. Что-то все дразнят грибами, опятами. Ну и мы тоже решили сделать вылазку на разведку. Вот. Не знаю, посмотрим, как Бог даст. Может быть, мы уже припоздали, но как-то вроде не попадается, суховатый. Может, где-то получше найдем. Идем дальше. Нашел тут грибы, почему-то мы в детстве их называли дедушкин табак. И в детстве делали именно вот так. Вот. Все. Вот теперь можно идти дальше. Эти вот надо обязательно хлопнуть. Ищем дальше. Так, вот нашли тут, вроде как, ну, такие плюс-минус на четверочку. Не совсем плохие, то есть. Поэтому можно хоть такие собрать. Надо с чем-то домой-то идти, какой-то улов нести. Вот, слава богу, гранда маленькая. Так что я думаю, еще можно найти тут такие среднечковые. Оп, хорошо. Идем дальше. Ну что, ныряем в норку за грибами. Ю-ху! Иду я тут, иду, никого не трогаю. А тут такой грибок. Ха-ха. Может, других наберем, маховиков хотя бы. Вот была береза, так береза. Ну как ваш улов? Ну так вот, тут больше и листьев, конечно. А я маховик один нашла. Молодец. Ищем дальше. Ладненько. Вот такая крона тут. Хоть бы ведерко одно набрать. Не до хорошего. Одно на двоих хотя бы, да? Ну вот, нашли мы вас. Прятались, оказывается, за большим вот этим пеньком березы. Ну что ж, сейчас мы вас повезем домой. Вы будете очень рады. Вот он, этот мега пенек, интересный такой, такой рельефный. Иду я, иду, ну и стали мы обращать внимание на березы. И тут опаньки, грибочки хорошие. Ведро, слава богу, нарезала, но теперь потеряла Алексея. Но надеюсь, выйду из леса, найду. Вот такие дела. Полю гречки. А что-то помню, что гречки-то не было. Да, сусанин с меня так себе. Вроде поезд там, что к поезду идти. Что? Почему меня бросил? Ну, убежала, кое-как нашел. Ну ладно, слава богу. Нашел, сама нашлась. Да. Слава богу. Вот, все, насобирали тут немножко. Может быть, не совсем, как говорится, свежие, но кое-где попадались такие, что прям. Ну, не идеальные, но что, нормально. Надо сейчас отварить. Лучше, чем ничего. Да. Я думаю, хватит нам немножечко на зиму побаловаться. Ну ладно, ну, вот, слава богу. Вот, а вообще-то год грибной, много этих опят, уже старых таких переросших прям. Вот, так что их надо собирать где-то с конца августа. Вот так. Ну все, всем благополучия и хорошей охоты.